Всем привет, вы снова на канале Интернет и деньги. У нас было несколько скамов, но мы не отчаиваемся, а идем дальше. Вот у нас на канале очередной фаст, называется он Astor LTD. Интересный фаст, кстати, вот ВКонтакте есть группа. Стартнул он как раз сегодня, 23 ноября, в 20.00 по МСК. То есть старт состоялся всего пару часов назад. Уже даже есть отзывы, вот по выплатам можно посмотреть. Вот 207, 348 рублей кто-то вывел. Вот тут 171 рубль, как видите, люди уже отсюда выводят. Это, наверное, или ревские, или может даже уже по депозиту, потому что тут начисление каждый час. Но ладно, давайте посмотрим на тарифные планы. У нас их тут 3 штуки. Это старт 110% за 24 часа, бизнес 125% за 36 часов и эксперт 135% за 48 часов. В каждом из тарифных планов начисления идут каждый час, что очень хорошо, потому что можно выводить денежку каждый час и тем самым уменьшая свои риски. Но, как всегда вам напоминаю, не забывайте, что это фаст, тут всегда можно потерять денежки, поэтому заходите только свободными деньгами. Так, рефералка тоже у нас есть. 5, 2 и 1% в 3 уровня. Вот тут можно посмотреть последние вклады. Вот мой логин интернет и деньги, я вложил 100 рублей. Вот 1000 рублей. Вот блогер Интербабки зашел на 7000 рублей. Последние выплаты тоже можно посмотреть. Вот 138 рублей, 14, 50 рублей. И топ-рефоводы. Монитор Хайп 26, Мурка 1, Хайпрум Монитор 1. Вот IQ Монитор тоже тут есть. Но ладно, давайте не будем заострять на этом внимание. Перейдем в кабинет и посмотрим, что же у нас там в кабинете. И вот так у нас выглядит кабинет. Для того, чтобы потом выводить денежку, вам вот тут в вашем кабинете надо прописать Pair кошелек и Kiwi, и вот тут же махнуть, чтобы сохранить. Не знаю, надо для этого прописывать Telegram или нет, но я пока его не прописывал. Вот потом запишу ролик, как выложу денежку, и посмотрим. Так, дальше что у нас тут? Дальше, чтобы сделать депозит, вам надо пополнить баланс. Нажимаете вот сюда на вкладочку пополнить. Вводите сумму, тут выбираете либо Pair, либо Kiwi. С этими двумя платежками работает проект. И нажимаете пополнить. Я уже сделал депозит, поэтому делать этого не буду. Но дальше все просто, как обычно, переходите на платежку и оплачиваете все это дело. Так, ладно, дальше идем. Дальше, после того, как вы пополнили баланс, идете вот сюда, во вкладочку «Открыть депозит». Вот тут вот выбираете, в какой тариф заходите, но это, конечно, зависит от суммы инвестиций. Тут вводите сумму, точнее, у вас тут будет сумма уже та, какая будет у вас на балансе. И жмакаете вкладочку «Открыть депозит», и все, у вас дальше будет активный депозит. И переходите во вкладочку «Вклады», и там можете следить за вашими депозитами. Как видите, у меня депозит на пакете «Старт» плюс 10% за 24 часа. Моя сумма, и вот смотрите, под 4,58% в час, то есть каждый час мне будет начисляться вот такая вот сумма. Ну, на этом я заканчиваю обзор данного фаста. Не забывайте, что где большие проценты, там большие риски, поэтому думайте сами, решайте сами, заходить вам сюда или нет. На этом я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр и до новых встреч. We'll be right back.